У минулым годе колькость подаденных Украинах ЕС плюс заяв о предоставлении статусу беженца упала до самого низкого уровня с 2013 года. Больше чем 450 тысяч человек звернулись по международную оборону, на 31% меньше, чем у 2019 года. По данным Европейского офиса поддержки притулку, амаль 1/3 вынесенных решений были становчими. Поменьшение количества подаденных заявок в основном связано с пандемией коронавируса и обмеживаниями на поездки, введенными у многих краинах. Особливо это тычилось заявников с краин, которые имеют право на безвизовый режим, на 36% меньше выпадков в сравнении с 2019 годом. Данные Управления по справах замежников показывают, что в минулом году заяв об международной обороне у Польши подали больше 2500 человек. У пятерку наибольш представленных краин походжання замежников увайшли Россия, Беларусь, Украина, Афганистан и Таджикистан. У 2020 году краины ЕС плюс выдатковали крыху больше за 520 тысяч долларов на предоставление решения об международной обороне.